А в Наринмаре неизвестные разбили мемориальную доску, установленную в новом поселке в честь тружеников Печорского лесозавода. Сейчас полицейские ищут хулиганов. Осколки от памятной доски были разбросаны по всей аллее. Но вот видно, что кто-то из неравнодушных уже пытался ее собрать прямо на земле. Впрочем, не хватает нескольких кусочков. Найти рядом нам их не удалось. Эта женщина одна из первых обнаружила разбитую мемориальную доску. В целях своей же безопасности имя и фамилию она предпочла не говорить. Это не люди. Это нам память. Это мы работали на лесозаводе. Это нам такая большая честь людям. Это завода честь такая большая. Со слов женщины, памятную надпись неизвестные разбили в субботу вечером, хотя часть мемориальной доски была испорчена еще в пятницу. Тогда хулиганы отломили от нее всего несколько кусков, а через день решили окончательно добить. Видимо, посчитали, что так будет правильнее. Я прихожу вот в 8 вечера в субботу, все разбито, стекло, я же в пятницу принесла новую банку, цветы мисализованы. Вот цветов я же желтых не вижу, а банку расколотили. Местные жители нового поселка о случившемся сразу же сообщили в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Свидетелей найти пока не удалось, да и камер наружного видеонаблюдения, к сожалению, поблизости не оказалось. А когда это сделали? Да кто ее кто? Ну кто там? В ходе осмотра аллеи были обнаружены кусочки памятной доски. Сотрудники полиции опросили очевидцев и заявителя. В настоящее время проводится проверка по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Мемориальная доска была установлена в сентябре прошлого года. Позднее ее должны были заменить на памятник труженикам Печорского лесозавода. Если тех, кто причастен к этому нечеловеческому поступку, все же найдут, их ожидает уголовная ответственность. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север».